Не знала, что разворачиваться через сплошную нельзя. Под Новосибирском автолюбительница устроила серьезное столкновение, но свою вину не признает. Об этом рассказала пострадавшая. С ее слов, водитель «Тойоты» нарушила ПДД и врезалась во встречную иномарку, в которой ехала семейная пара. Пострадавших госпитализировали. Инициатор аварии инспекторам пояснила – она инвалид. Страдает глухотой, немая и слабовидящая. Свою вину женщина не признает. Мол, она не знала, что так нельзя. Думала, на трассе нет двойной сплошной полосы. Сама спешила на заправку в туалет, поэтому и не стала пропускать встречный поток. Разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками, или разметкой проезжей части, согласно части 2 статьи 12.16 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Окончательного решения по этой аварии инспекторы еще не вынесли. Разбор ДТП будет после того, как все участники закончат лечение.